Как стать стройной с помощью слов? Существует очень простая, но весьма эффективная методика, которая называется техника аффирмаций. Аффирмации – это положительные фразы утверждения, с помощью которых мы можем активно воздействовать на самих себя. Вам, наверное, встречались люди, которые едят все подряд и в любое время, и не поправляются совсем. Вот такой у них обмен веществ. При этом, зная, что их талии ничего не угрожает, они уверены в себе и не беспокоятся из-за каждого съеденного кусочка. А вот у тех, на чьей фигуре отражается каждый лишний пирожок, происходит обратный процесс. Они все время помнят об этом лишнем пирожке, страдают из-за этого и тем самым отдают своему обмену веществ бессознательные инструкции набирать вес. Начав пользоваться ими, не рассчитывайте на мгновенный результат. Возможно, он появится только через неделю или через две. И не удивляйтесь, если обнаружите, что вы стали совсем по-другому питаться. Не нужно использовать все. Выберите 4 или 6 наиболее подходящих с вашей точки зрения. Прислушайтесь к своей интуиции. Какие из них связаны с вашими проблемами? Именно они будут эффективны для вас. Аффирмации для снижения веса. Мое тело подчиняется инструкциям моего разума. Все, что я ем, идет к здоровью и красоте. Я теряю вес и становлюсь красивой. Я люблю свое тело, и чем больше я его люблю, тем более прекрасным оно становится. Мое тело автоматически перерабатывает все, что я ем, так, чтобы достичь моего идеального веса. Вся еда хороша для меня, и я ем для удовольствия. То, что доставляет мне удовольствие, больше не вызывает неприятных последствий. Я заслуживаю любовь, и у меня все хорошо, вне зависимости от того, ем я или нет. Пища сама по себе не влияет на вес. Инструкции, которые я даю, контролируют мои результаты. Мой внутренний разум всегда делает правильные вещи, чтобы достичь моего идеального веса. Мой метаболизм отвечает моим новым инструкциям. Я ем только тогда, когда полностью получаю удовольствие от еды. Я довольна собой, вне зависимости от того, ем я или нет. Окружающие любят меня, вне зависимости от того, ем я или нет. Чем больше удовлетворения я переживаю, тем меньше пустоты я переживаю. Я заслуживаю то удовольствие, которое я получаю от еды. Как вы видите, аффирмации очень разные. Не стоит использовать те, которые не нравятся или не имеют к вам никакого отношения. Пусть ваш список будет небольшим. Итак, фраза выбрана. Предлагаю ежедневно писать их по 20 раз, чтобы они окончательно въелись в вашу подкорку и вы по-настоящему в них поверили. Берегите себя и будьте красивыми!